Предыстория к данному ролику. Зашел я в Дискорд на Чьерокса. Мне там шкалеры сказали, вот это. Понимаю. Это после видео, да? Какого видео? С Ероксом. Стоп! Ерокс снял еще одну часть со мной! И один малой позвал меня один на один. И я такой думаю, запущусь-ка я со спектатора и буду его убивать через стены. Посмотрим на их реакцию. Перед началом просмотра данного ролика хотел бы разыграть среди своих подписчиков данный P90 Самурай. Условие: не быть тупоголовым, поставить лайк на это видео, досмотреть его до конца, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Погнали смотреть. Вы хотите, чтобы вас тренер Нави научил играть? Да. Серьезно? А с чего вы взяли, что тренер Нави? Понимаю. Это после видео, да? Какого видео? С Ероксом. Стоп! Ерокс снял еще одну часть со мной? Да. Он что, охренел? Вы знаете, сколько он мне должен денег? Да, 15 миллионов. Он мне должен 500 миллионов 501 тысячу 700 рублей. Ничего себе, ты еще и считал, что ли? Вот если бы вам должны были такие деньги, что бы вы сделали? Я похвалил. Нет. Вам должны деньги, что бы вы сделали? Похвалили бы того, кто вам должен деньги? Нет. Что вы сделали бы? Обосрался. Научи играть, братан, пожалуйста. Зачем вас учить играть? Да мы рабочие. Давай со мной один на один. С тобой один на один? Да. Все, мы идем с тобой один на один. Ну что, погнали, мало? Как тебя зовут вообще? Вот как тебя зовут? Алишер. Алишер Моргенштерн? Нет, просто Алишер. А, вот этот дебил, да? Да? Я уже зашел. А, давай, по всей карте играем, правильно? Бойтемка. Не, давай по всей карте. Слышишь? Да. Давай, у тебя фонит. Я не хочу так один на один играть. То есть, если ты будешь с выключенным микрофоном, ну типа, зачем тогда с тобой пошли? Ты где сейчас? Не, ну ты... Да ты... Ну ты как типичные дебилы купил себе дигл и думал, ты меня убьешь со своего дигла? Да, убью. То есть ты серьезно купил себе дигл, вышел на шорт? Да, и что дальше? А ты где? Я под тебе там. Да ты, ё-моё, наблюдатель, конечно, смотришь, это нечестно. Ты купил себе дигл в первом раунде. В этом раунде тебе не хватило денег. Ой, а где твое оружие? Алишер Моргенштерн, где твое оружие? Оно у тебя в запястье. Алишер Моргенштерн, где твое оружие? Оно у тебя в запястье. В стакане лед! Боже. Чтоб ты понимал, ты прыгаешь, и ты в полете зависаешь, и ты меня убиваешь. Это ты. Алишер, а сколько тебе лет? Мне Алишер? 1 012 000. 1 012 000 лет? Да. То есть ты большой мальчик, да, уже? Ты слабенький, ты что-то. Да не, ну против ПК-шера, плюс еще ты за наблюдателя зашел с телефона, это вообще... За какого это наблюдателя? За такого. Тут люди с Дискорда зашли за наблюдателей. Люди, стойте. Он зашел уже со второго телефона за наблюдателя. Да боже, скажите ему то, что не заходил ни за какого наблюдателя. Что ты несешь, Алишер? Сколько тебе лет, Алишер? Моргенштерн. Давай на муха, М40. Я могу позвать брата, который тебе подтвердит то, что я не заходил с телефона. То, что у меня нет телефона. Ты ищешь меня? Все, не мной. Ты слабенький точно. Не, ну против ПК-шера это раз, два. Да ты слабый, понимаешь, ты не умеешь играть. Ты чего, купил? Давай, выйди с телефона, просто выключи его, буквально. С какого телефона? Я с компьютера играю. Я могу тоже второй телефон взять, ёпта. Тебе надрать задницу. Так. Не, ну ты нубик какой-то. Ты попадать будешь? Ты слабенький. А да выйди ты. Да не, я понимаю. Что ты понимаешь? Потому что ты играть не умеешь? Нет, не из-за этого. А из-за чего? Да ты сидишь за наблюдателем со второго телефона, понимаешь? Подойди к двери. Да не, просто я вам как-то неохота меня забирать. Боже,
ты берешь и зажимаешь с калаша целую обойму и на лаке попадаешь мне в голову просто... Боже мой. Сколько тебе лет, Алишер? Сколько тебе лет, алло? Миллион 12, понимаешь? Миллион 12. Серьезно, тебе лет сколько? 12. Ну ты выходить будешь из базы, нет? Не буду. А ты откуда знаешь, а? Что? Что я с базы не вышел. Меня лагает! Домой. Боже! О боже! Меня лагает! О боже, удар себе по роже. Ну, че я тебя вынесу? Я тебя просто вынесу сейчас как мусор. Ой, чихнула. Подойди назад, вернись назад, что ты смог кинул? Блять, мразь, сука. Ты блядь, меня не... мразью назвал! Блять, ушел нахуй. Ты мне? Да, блять, ты этому челику, который заходит за меня. Я думал, ты меня мразью назвал. Понимаю. А, здесь ты почал заходит и дроп делает. Не надо, это делать аутист. Че ты его оскорбляешь? А ты че? Блять, а он тебе че, АВМ дропнул, да, на? Все, что ты можешь взять, достать оружие и зажимать. Да, могу, только аутист, блядь, выйдет. А, Влад, он... Влад, А4? А4, по-моему. Он оружие, да, дропал? Ну, пистолеты дропал. Ты меня убиваешь за стенкой! Да, я не могу, блядь. Я не могу. Все, закрой рот свой, все, закрой. Я не могу, я тебя сейчас просто... Я знаю. Ты слабенький. Слабенький, нубик. Блять, нубик в Майнкрафте! Закрой рот, все, я тебя вынес в ноль! Да ну, в ноль, да, прям, какой там счет был? Ну я тебе поддавался, понимаешь, я стрелял без прицела с АВП, понимаешь? Ну и где наблюдатель мой, про которого ты говорил? Давай. Стой, давай еще раз один на один, только ты без телефона прям будешь. Тебе тут не.